Процесс производства напитка начинается с водоподготовки. Для этого существует специальный цех, где вода проходит мультибарьерную систему очистки. Одной из составляющих напитка является купаж – смесь сахарного сиропа и концентрата без добавления консервантов. Очищенная вода и готовый купажный сироп поступают в цех розлива, где они смешиваются в специальной емкости – сатураторе. Здесь же производится и насыщение напитка углекислым газом. Бутылки проходят брокер – машину, проверяющую уровень налива и наличие крышки. Если что-то не соответствует стандартам, то боксер выбивает такую бутылку с конвейера. После этого бутылки направляются в аппарат, наклеивающий этикетки. Далее бутылки проходят через кодировщик, который проставляет на них дату и время розлива, код завода и линии, срок годности напитка. На специальном оборудовании нужное количество бутылок в зависимости от емкости оборачивается термоусадочной пленкой. Затем кейсы направляются на вторичную упаковку. Машина-палетайзер формирует палеты. Готовые палеты автопогрузчик снимает с конвейера и устанавливает на складе.